Всем привет, меня зовут Виктор, и я решил сегодня поиграть в Dying Light. Да-да, вы не ослышались, именно в Dying Light. Что же я сегодня решил поделать? Сегодня я хочу пофармить вот такие вот всякие зоны радиоактивные. Здесь, здесь, вот. И посмотрим, как у меня это получится. Так, какой, что у меня с арсеналом? У меня есть коса. Так, ну-ка, стоп, коса. Вроде нормально косишь. Есть автомат. И, соответственно, есть лук. Есть зажигательные, есть взрывные стрелы. Все хорошо. Ну что ж, как говорится, с Богом. Не помню я, что тут в этом тоннеле надо делать. Не помню. Не помню вообще. Вообще. От слова совсем. Поэтому будем вспоминать. А может, я его и не фармил. Так, что надо? Закройте дренажное отверстие и уничтожьте мутантов. Ага. Сложность, трудно, награда. Ну, по-моему, это не на скорость, да? Так, а что? Подожди, давай мы вот так посмотрим по навыкам, что у меня. 85 тысяч. Инвентарь. Сколько у меня в инвентаре этих? 6. Если даже я подожди, навык. 21 уровень, 6. Стоп. Давай мы, знаешь, что сделаем? Блять. А как выйти отсюда? Если я не хочу принимать. Так, тогда вот так надо. Принять, да? Я сделаю следующее. Я сейчас добегу до башни. Сдам эти наборы. Так, это ж вон те башни, нет? Я не ошибся. Я еще помню про эти башни. Вот они, да? Здесь же. Давай. Метров, это, можно сказать, херня. Может, еще что-нибудь здесь найдем, да? Там этот блювон сраный стоит. А где друганы-то мои? Что-то я не понял. А, стоп, давай, знаешь, что мы сперва сделаем еще? Вот. Мы Кайла Крейна переоденем малость. Мы его малость переоденем. Что я посмотрел на заставке, он у меня такой чмошник оказывается. В таком позорном наряде. Атлет-байкер. Прикольно. Охотник за головами, панк. О. Тоже круто. Вот. Бешеный волк. Ну, блять, я не хочу быть бешеным волком. Раиса. Воин Шу. Дон. Наряд. Ночной налетчик. Вот давай я буду вот в этом наряде. Все, я приоделся, прибарахлился, да. Так, что у меня тут в хранилище-то есть? А, пистолет. Бесшумный, клетва. Я вот просто не помню. У меня же патронов, наверное, нету к пистолетам, да, никаким. Так, давай мы тебя возьмем на всякий случай. Вдруг... Так, а почему у меня пишут, что очки навыков есть не использованы? Я что, опять провтыкал? Да нет, у меня все использованное. А почему там мне надпись была, что у вас типа есть очки навыков не использованные?
О, подруга. Подруга. Подруга, я слышу, как ты меня догоняешь. Да-да-да, я тоже рад тебя видеть. Давай, давай. Ты почувствовала на себе мою радость? Вы видите, как я рад вас видеть? Нет, но вы... Ох, подходи по одному. Ребят, ну что ж вы сразу-то толпой? Что ж вы сразу-то толпой на меня? Давай по одному, у меня на всех хватит. Эх, никак вы не научитесь. Говорю ж, по одному. О, стоп. Же надо помочь человеку. А ну, ёптать. Ну, твари. Разошлись нахер. Да, святое дерьмо. Бесподобно. Спасибо, дружище. И тебе спасибо. И тебе спасибо, чувак. Дай бабла. Мне просто надо чуть-чуть еще. Я не уверен, что мне после наборов этих, которые я сдам, хватит очков. Поэтому мне надо маленечко подфармить. Поэтому надо маленечко подфармить. И ты мне просто чудесно сейчас, дружище, помог. Так что тебе тоже респект и уважуха. Да что ж ты? Что ж вы такие-то не даете бомжам спокойно пожить, в мусорках покопаться? Вот вот твари-то какие. Твари. Еще зомби называетесь. А, ну тут же это, не фоловинг тут. Тут в тачках не покошаришься. Так, чё, еще бы кого спасти, да? Как говорится, кого бы еще спасти? Ребят, мне вот эта игрушка, она мне и самому нравится просто. Я просто, ну, кайфую от такого, от такой игрухи. Вот. В общем, мне никак на стриме, короче, не удается рассказать про задумку на 60 косарей. Все. Сделал это круто. Сейчас, ребятки, секунду буквально. Так, щит или сделки? Давай сделки. Вот. Сейчас, пока будем бежать, я расскажу. А в магазинах и у кладовщика появились новые товары. Точно, я же забыл, что тебя можно ограбить. Сейчас пойдем это, по магазам пошаримся. Так, топорик дракон. Та-та-та-та-та. Фу, красивый топорик, но синий. Красивый, но синий. Композитный американский пистолет. Говно, ржавое ружье тоже. И бешеный топорик. Все синее, нет, не то. Давай, знаешь, что мы тогда сейчас на лифте поднимемся. Там же есть еще, да? Барыга. Спекулянт. Там же спекулянт. Есть еще один. И побежим. О, 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 да, вот она, этот меч.
ну, как бы не этот меч там, да, то есть, а фиолетовый, просто фиолетовый. И сейчас я могу создать новый предмет, между прочим, понятно. И сейчас я этот новый предмет создам. Вот так-то. Так, давай, яд бегуна. Это все говно. Меч ангела. 2-2. Так, поджарик заживо 1-2 и рыболов 1-1. Меч ангела. Вот давай мы меч ангела и создадим. Угу. Так, теперь нам надо в инвентарь залезти. Вот он. И теперь нам нужно его улучшить. 957 урона. Давай, варвар. Дамаг. Задира. Зверюга. И чемпион. Блин, слабый. Мне сейчас нужно все на дамаг. Все на дамаг использовать. Варвар. Задира. И тут что у нас есть? А, подожди. Зверюга. Прочность. Прочность добавляет зверюга, да? А, зверюга добавляет прочность. Ну, давай. Будешь попрочнее. Так, что у меня тут получилось? 1340. Ты 1340 и ты 961. Прости, серп. Прости, серп, ты запасной вариант. Так, ну все, настало время рассказать про задумку на декабрь месяц, что я вообще там удумал. Ребят, в общем, смотрите, на декабрь у меня есть, ну то есть не то, что на декабрь, а вообще до конца года у меня есть дерзкая цель. Это набрать на канале 500 подписчиков. То есть это, в принципе, не так и сложно, и не так и невероятно, да, то есть это все можно сделать. В принципе, если с вашей помощью там это сделать, все. Вот, поэтому. Вот, и какой же, соответственно, я придумал. Какое же я придумал наказание. Наказание за это-то в конце месяца. Ну, под наказанием я понимаю розыгрыш. То есть, что же будет разыграно? Чем же будет наказан тот счастливчик, которому выпадет, улыбнется удача? Вы же все в курсе, да, что в декабре у нас объявлена, ну, должна выйти игрушка, которую ждут уже там ее несколько лет, там, да, которая называется Cyberpunk 2077, или Киберпанк, вы еще знаете ее, да, вот. Так вот, в декабре месяце, то есть при условии, при достижении 500 подписчиков на канале, то есть я не знаю, когда это будет. Если мы там, может, мы за неделю сейчас после вот этого, как я объявлю, сделаем 500 подписчиков, то я, значит, разыграю через неделю. Я подарю одному случайному подписчику игрушку Киберпанк 2077. Вот. Я, безусловно, ее тоже себе возьму. Я буду ее проходить. Так вот, смотрите, какие условия. Чтобы, потому что мне потребуется и ваша помощь. Ваша помощь мне потребуется тоже, поэтому вам нужно будет выполнить следующее условие. Обязательно лайкнуть это видео. Обязательно лайкнуть это видео. Быть подписчиком канала. У вас должен быть открытый профиль. Потому что через сайт, который я буду разыгрывать, если профиль закрытый, не видно, что вы подписчик, но сами понимаете. Вы, наверное, сами понимаете, что выиграть приз, который стоит там 2000 рублей, и просто из-за того, что подписку не показала, остаться без него, ну это вообще как-то фиговенько.
Поэтому профиль должен быть обязательно открытый. И третье условие. Ну, как бы открытый профиль это не условие, это рекомендация. Вот, чтобы потом это не выглядело как какое-то наипалово, да? Вот. А третье условие. Это нужно будет сделать репост в свою группу в ВК. Нужно будет сделать репост в своей группе ВК с закреплением на стене. То есть и закрепить этот пост у себя на стене. И при достижении 500 подписчиков на канале я разыгрываю Киберпанк 2077. То есть если это вы... Если удастся разыграть ее до анонса, то это будет просто здорово вообще. Все, задолбали вы меня, короче. Вот, у вас есть неиспользованные очки навыков. Какие навыки? Подожди, может у меня в это фолловинге там какие-то очки навыков есть не использованы. В общем, ребят, три условия. Быть подписчиком канала, иметь открытый профиль ВК, то есть поставить лайкос этому видосу, поставить лайк этому видео и сделать закреп в своей группе в ВК на стене. То есть репост в ВК и закрепить на стене. И по достижению 500 подписчиков я разыгрываю, дарю одному случайному подписчику игрушку Киберпанк 2077. Я уже проверил, ее можно в подарок оформить. Все, ну а теперь мне надо выжить здесь. Так, стоп, по-моему, мне надо это... А, закрыть люки с контейнерами, да? Понятно, все, я понял. Я вас понял. Тебе кошка на чё дана, дурачок? Так, все. Где мои кореша? Так, и что мне теперь? Надо их просто всех здесь, по-моему, замочить? Или что? А? Теперь мне просто их позамочить тут надо. А, ну все, теперь очистить гнездо надо, да? Вот, еще, и ребята, еще, пожалуйста, знаете, что по поводу розыгрыша? Ну, напишите в комментарии, то есть, что вы думаете по поводу розыгрыша? По поводу такого именно розыгрыша? То есть, классный приз или нет?
Хотя, кстати, знаете, что я подумал? Это же сейчас у нас предзаказ. И он по предзаказу стоит. Пока что двушку. Поэтому если у нас розыгрыш пройдет после того, как уже анонс будет, ну, выйдет игрушка, да? И у нас пройдет розыгрыш. Скорее всего, она увеличится в цене. Поэтому, ребят, там приз может быть стоить и подороже, чем 2000 рублей. Да что ж такое живучий-то? А, все, сдох. Вот еще тут есть. Только знаешь что, давай-ка я поиграю в Робин Гуда. Че я тут как этот? Вот я чем поиграю. Повеселюсь, ёптать. Фейерверки позапускаю. Ну, вообще огонь, да? Ну, где еще тут кто ходит? Прикольно вообще. О, блядь. Да выебывался, да? Да выебывался. Да что за неиспользованные очки навыков-то ты мне пишешь, у меня есть. А, во. Ловкость. Так, так, так. Бомба в прыжке. Ну, хер с тобой, давай. Так, и чё? Ты сдох, нет, а вон еще ходит, падла. Все, где еще кто есть? Ты еще живой, что ли? А, все. Все, отлично. Так, это мы сделали. Но я их тут лутать не буду. Я посмотрю, что вот здесь у нас лежит. Ну, здесь, скорее всего, какие-нибудь фиолетовые эти лежат. Ну, можно было и побыстрее это все сделать. Ну, как бы я сейчас не на спидран играю, я так. Просто играю и смотрю, как это. Ну, то есть я сейчас рекорды не ставлю по прохождению. Мощная катана. Это херня полная. Не, надо тут облутать и посмотреть. Потом три луны. Давай. То есть я сейчас серию видосов запишу по прохождению вот этих вот зон всяких карантинных, смертельных. Да чтоб тебя, блядь. Херня какая-то это. Напада, ладно. Так, ну, я понимаю, тут я всех убил. Но, сука, это... Это же зомби. Тут нельзя быть уверенным на 100%, что ты убил всех зомби, да? Так, ты, дружище, тут гниешь уже не первый день. А ты... А тебя что, открыть нельзя? По, сука, я тут только зомби убивал из-за того, чтобы тебя открыть. А тебя открыть нельзя. Не, ну да, вы сейчас там скажете, типа, ты ж убивал зомби, чтобы там пройти квест, там задание пройти там, да? Так, давай-ка вот здесь посмотрим, что у нас тут сверху. О, нихуя тут сверху, да? Ни сундуков, ничего. По-моему, да. А ресторан Три Луны, это же, по-моему, в этом уже, в старом городе находится. Здесь что, без всяких... А, вот, нет, есть. Хитрушка. Сейчас, ладно, этот сундук, короче, лутаю. Точнее, вскрываю лут и бегу в другое место. Ну тут как бы не на это. Тут и не на скорость было прохождение. Отличный кукри. С тобой давай синий хоть. Синий возьмем, посмотрим. Это где на скорость проходить, там понятно.
Так, подожди, стой мне. А, вот выбраться сюда, да? Все, вышли. Вышли подышать свежим воздухом. Я говорил, что разыграю на стриме. Объясню эти условия на стриме. Но как-то вот на стриме не получилось. Так, где? Исследуйте зону карантина. А, это, ну я так и понял, что тоннель Брайт Маунти. Так, тоннель Брайт Маунти. Я там был, нет? Так, давай мы сегодня побегаем вот здесь. Стаффи Тартл. Хер его знает. Давай мы сегодня побегаем здесь, потому что три луны, это я точно знаю. Это надо пиндюрить в этот, в старый город, он, по-моему, там называется. Я мог и подзабыть уже. Вот. Так, а сколько мне очков-то дали? Что-то 7,5 тысяч, да, получается? У меня же 8 тысяч там было. Со мне где-то 7,5 тысяч дали. Блин. Не успел вовремя нажать кошечку. Кошечка, кошечка. Тут, а там барыга. Ну-ка давай посмотрим, что у этого есть, спекулянта. У меня тут отборный товар. Сейчас я посмотрю, что там, какое говно ты называешь отборным. Поняли? Вот это называется отборный товар, если вдруг кто не знал. Вот так-то. Это вам не в тапки ссать. Это, между прочим, отборный товар. Так, забойный нож. А у тебя-то я зачем подобрал? Так, ну-ка, и чё? О, у меня есть. Есть. Тут, получается, на жопе шерсть. Это хорошо. А, тут подожди, тут это, да? Тут вот это. Ну что, заходим? Стаффи Тартли. Хер его знает, что это, как переводится. Когда инфекция начала распространяться, группа выживших спряталась в местном супермаркете. Они собрали все необходимое, закрыли входы и стали ожидать помощи. А она не пришла. Звуковая реклама привлекла внимание мутантов. Они нашли лазейку, проникли внутрь и напали на людей, оставив припасы без внимания. Мне, значит, надо уделить внимание припасам, да? Я так правильно понимаю? Соберите все наборы ЧС. Соберите все наборы при помощи при ЧС. Сложно, трудно, награда 2500. Окей. А, принять же надо, да? Если я не приму. Так, 5 наборов. Это в трущобы надо идти. А, вот сюда. Ух ты. Ух ты. Вот оно что тут, Михалыч, да? Опа, понятно. То есть на пол. На пол не вставать. Вот оно. Окошко работает? Кошка. Кошка работает. Это
это первый. А, то есть тебя вот надо выключить, да? Сука, если я ж выключу, там же зомбаки полезут. Я думал, тут по-бырому пропрыгаю просто вот так вот, и все. И все, да? Черт, выключатель сломался. А, ну то есть не все так просто, да, еще? И что? И что? Я вас вижу. Стоп, а я туда могу что-нибудь кинуть? Ну, например, вот это вот могу туда кинуть? Хуй-то там. А, во. Набор еще причес. Стой, тут может где-то еще есть? Может где-то еще есть набор причес. Угу. Так, все, я здесь. А, ну точно, она же желтым горит-то. То есть она же горит желтым. Ну ладно. Я чувствую, мне коктейль молота здесь пригодится. Коктейль молотова. Хотя подожди, можно сейчас попробовать с этого. С ординатора зашмалять. Или с разрывными стрелами. Ладно, я пока уколотель делаю, подумаю. Так, сколько у вас тут? Я думаю, наверное, мы вот так сделаем. Вот так. А, то есть мне еще взломать надо. Хорошо, я взломал. Так, мне надо разрывных стрел сделать. Что-то я сразу-то не это. Так, 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 разрывные стрелы. Ёб твою ж. Ты чё так пугаешь-то? Ёб красоты, блядь, я аж вздрогнул. Дебилушка, блин. В смысле? Нормально, поняли? Слушай, прикольная перчатка у него светится. Ты просто стоишь вот так вот. А они сами в эту дырку лезут. Ладно, мне тут времени нету с вами стоять.
Мне ж надо куда-то. Чё тут? Кофеёк. Всё. Первый. Поняли, я первый. Ну, если с кем-то, тут на спидран, конечно, там чук-чук-чук. Туда-сюда, да. А так, все, я. Вот я первый. Я победил. По-моему, здесь же можно было зайти туда. Давай зайдем, посмотрим, что там. Что там? Мачете я починил. Подчиненным мачете. А, тут эти сундуки лежат, да? Тут говно сундуки лежат, в которых говно лут находится. Ну вот вы сейчас увидите, что это говно лут. Первый открываем. Угу. Поэтому на эту херню, блядь, лучше время не тратить. Редко тут, когда фиолетовый выпадет. Фиолетовый — это уже редкость тут, которая появляется. А про оранжевый я вообще молчу. Про оранж я молчу вообще. Ну, видите, опять зелень. Сюда нельзя. Подожди, ты меня что, опять в юбилейный тоннель посылаешь? Я ж там был. Я ж там мед, пиво пил. Я же был там в юбилейном тоннеле. Только что, по-моему, вышел оттуда. Нужно отнести их к кладовщику. Угу. Чудно. 5 припасов нашел. Сразу к кладовщику. Так, юбилейный тоннель. Ну да. Я ж только что оттуда пришел. Вот мы. Тоннель Брайт. Сейчас пойдем исследовать. Блин, я хочу вас здесь поджарить, а, сука, вы там за мной не побежали. Так, все, я в тоннеле. Почти что. Или подожди, или я... Или я, по-моему... Я что-то попутал. Я вот здесь был или нет? Ну, хоть с ним давай зайдем, посмотрим. Гуманитарный транспорт застрял в тоннеле, когда с рельсов сошел поезд с химическими отходами, окутав все вокруг ядовитыми испарениями. Вскоре после того, как военные объявили о создании карантинной зоны и перекрыли входы и выходы. Как и все тоннели, это место кишит врагами. Но оставшиеся здесь ресурсы слишком ценны, чтобы просто так их бросить. Будьте осторожны, некоторые из выживших пытались добраться до припасов, но никто не знает, что с ними стало. Угу. Так, ну-ка.
А, нет, ну стопудово, я, значит, не здесь был. Ох ты ж. Ведь так можно и это. Йок-йок. Сердечко. Вот он первый, да? Отлично. Так. Так, а там... Там эти, что ли, ходят? Прыгуны? Или тут только друганы? Не, если здесь только друганы, то это хер с ним, ладно. Прыгуны мне вот не очень. Хотелось бы с ними дело иметь. Блин, не та кнопка. Сука, а чё ты, давай-ка мы вот повеселимся вот этим штукой. Ты, у тебя патронов до бубени фени. А ты все со своими мачете ходишь. Остановись уже ты. Нормально. Ладно, тут сейчас... Прикольно. Ой.
Так, а чё пикает-то такое? Чё там пикало? Что там пикало? Опять очки навыков не использованы. Что ж я опять очки навыков, но... Ну нету. Ну, скорее всего, с машиной какая-то херня там. Давай посмотрим. Опять зелень. Туда смысла нет соваться там. Ну. Что тут есть еще? А, то есть что, мне и взломать надо, да? То есть вы там заперты, а мне еще и взломать надо. Вообще отлично, да? Герой, блядь. На. Патроны закончились на автомат. Тысяч просрал очков. Блять, мудаки. Вот тут бы автомат сейчас пригодился в обратку. Так, это я.
Я просто помню, что где-то в тоннеле, в каком-то, должен лежать какой-то вкусный дроп. И вот надо посмотреть. Здесь есть... Чё, вечер уже наступил, да? Так, Ладно, камуфляжный, так камуфляжный. Чё, газ никак перекрыть нельзя? А я здесь. Нормально. Читер, сука. Через решетку просто. Это говорится. Попиздите мне еще. Так, давай хильнемся здесь. Сюда-то ж ты ж не залезешь, да? Нормально. О, я снова первый. Не торопясь, не спеша. Повышение уровня силы. Чуть ни хера они не удваиваются. Видать, в тоннеле это не засчитывается. Было бы прикольно, если бы засчитывалось. Так, а там ночь наступила. Мне ж там где-то надо дропа собрать еще кучу. Тут же я тут наколбасил этих зомбачел. Тут должно дропа валяться. Должно было дропа валяться, да? Угу. А, я же сдох. Я же сдох, поэтому, наверное, и дроп тоже весь аннулировался. Хер с тобой. Давай посмотрим навыки. Что у нас тут? Силушка. Силушка богатырская приросла. И тут надо... Ага, сколько у меня... Сейчас они, по-моему, должны по 11 тысяч давать. 110 только дадут, да? А мне надо 175.
Еще надо подсобрать наборы ЧС. Да я уже все использовал, отстань, отстань, хватит меня. Хватит меня этой херней грузить, что типа есть, там у тебя нету. Подожди, я же уже в Стаффе Тартли был. Я же уже там был. Ох. Ух ты. Сука, темень. Ничего не видно. Зомби ходят кругалем, да? Я ж уже исследовал. Я же исследовал уже. Что ты меня от одного к другому гоняешь? А зачем ты мне здесь доску заказов показываешь? То есть на ней сейчас что-то есть? И она же... Она разве в безопасной зоне находится? Ну уж нет. Так, навыки. У меня 10 тысяч. 10 я просрал. Было 20, да? Так, карта. Давай смотрим. Зачем ты меня сюда просишь уйти? Я до туда, наверное, хер добегу, потому что... Потому что вот почему вот эти твари там ходят. Так. Хотя, если через безопасные зоны пытаться сигануть с вот этой вот штукой... Вон же безопасная зона, да? Все, оп. Я здесь. Я в безопасной зоне. Здесь есть барыга. Барыга, барыга, барыга. Вот это продать. Это все мне не надо. Там, окей. А, ну... Так, просто если маленькими перебежками пытаться от безопасной к зоне безопасной, а мне вообще зачем туда-то? Я ж уже там зафармил. Мне теперь надо вот сюда. Да, вот сюда. Так, ну... Пу-пу-пу. Ап. Слушай, ты придурок полный, блядь. Ты ж поспать можешь просто, и наступит этот. И наступит. Наступит утро. Все ж просто было. То есть можно на кроватку. Лечь в кроватку и поспать. Вот и все. И туманчик такой на улице приятный. Так, ну... Ну они, по-моему, это... Я же вот... Стая, парковка, тоннель, это я исследовал, юбилейный тоннель, я исследовал. То есть они просто повторяющиеся. Они просто повторяющиеся. Так, так, вот так давай. А, блин, сдавать-то этому. Сдавать, сдавать. Ладно, давай сдадим. Сколько еще осталось?
60 тысяч, да, набрать 60 тысяч. Ну, это 6. 6 надо будет их подбирать. Стопудово подбирать. 6 нужно будет подбирать. Нихера. Нихера тут нет у вас путнего. Давай сюда. Старый город. Что? Ух ты. Какое-то кукри. А куда мне столько этого? У меня и так, блядь, этого фиолетового там вон добра прям навалом. 1340. Вот еще на запас идет 1340. Опять забойный нож откуда-то взялся. А, это же я у этого взял. Так, давай посмотрим, что мы здесь можем. Что поближе находится. Ресторан Три Луны. Ну, давай. Давай. В него изгоняем. Раньше этот ресторан был одним из лучших, а потом начался вирус, и в этом ресторане поселились зомби. О-хо-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо. Это с этим, с ребенком, что ли, кричащим. Сука, я помню. Я помню, тут фармил просто его. Да ёптать. Все, теперь. Блин. Не тудашечки. Подзабываю маленько, подзабываю. Что поделаешь? Подзабываю. Блин, не в тот толчок залетел. Ну забыл я, забыл. Чё сразу там начинается? Чё сразу начали-то? Красивые перчи. Сраный сейчас этот. Yeah!
Вот и все. Вот и все. Вот и все. Что у нас тут еще? Блин, уже. Парковка. Полосатый дракон. А где-то еще должен быть этот. Вот он, да. Анталия. Ладно, вот эти. А вот эти три зоны мы обследуем с вами. В следующем выпуске. Вот, мне тут подписчик писал, что вот здесь вот должен быть чертеж. Я ему сказал, что я его подбирал, поэтому сейчас я покажу. Что вот здесь вот лежал чертеж, я его подобрал. Вот, видите, все. Вот так вот. Вот так вот. Ну все, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал. И до новых встреч.